Привет всем, вы на канале Beer и Game. Как вы видите, мы начинаем проходить игру, достаточно новую, так сказать, которая только что вот буквально на днях вышла, сами не верим, вот все у нас получилось. Компьютер молодец, тянет, справился. Мы еще не можем ничего сказать, потому что мы только что запустили, мы сейчас сделаем будем, новую игру вот так будем вот, и посмотрим, проверять. что там. Нормально, Значит, что, давай. нормальная, высокая, кошмарная псих. Лучше нормально. Нормальная, да. А была бы легкая, выбрали бы легкую. Игра вот посадишься на тяжкого насилия, изображение крови, графический сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь. Предупредили нас. Ну. Хорошо. Лин Лангерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться. Чтобы справиться с ужасными, ожидающими вас в пустыне, единственный вариант – бежать, спрятаться или умереть. Мы сейчас просто читаем, может быть, что-то не пойдет. Посмотрим. Да, мы просто, как сказать, сегодня такая у нас проверочная серия. И, наконец, Господь породил мой разум к будущему и к темной и прекрасной ноше его славе среди безбожников. Моему клинку на горле дитя Антихриста, моим детям. Понятно, идет сохранение. Давайте посмотрим, как у нас... А где титры? Может, мы не включили их? Уходи, уходи, кричат. Да. Давай выйдем в меню сейчас. Может быть, мы не включили эти субтитры? Ну-ка, не хочу просто пропустить заставку. Давайте. Только вот буквально загрузить. Субтитры есть? Есть тут где-нибудь? А, вот, отобразить субтитры. Да, действительно, ты не нажал. Извиняйте. Применить. Давай, вернуться куда-нибудь. Да, все, тогда, надеюсь, сейчас все нормально должно быть. Кажется, Джессика. Ты знаешь какую-то Джессику? О, нет, то есть нет. Мне снилась Джессика Грей из моего детства. Ах, да. Я не вспомнила о ней уже очень давно. Мы пересекаем границу резервации. Ты сказал, нужно искать что-то вроде завода? Ага. Ага. Может попробовать, но тут ничего нет. Тут вообще ничего нет. Меркурий в крови той женщины. Она должна была провести не меньше 10 лет рядом с каким-то большим заводом. Ну как скажешь, ты мне за это платишь? Ты мне за это платишь. Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Это важно для монтажа, конечно. Так, старый наш друг. Не могу регулировать диафрагму, когда на мне эта штука. Звук будет ужасным, нам придется... Черт. Извините, ребята, левая панель плоховато реагирует, но все в порядке. Это было круто. Сделай мне максимально обширный пейзаж. Все в порядке. Хм-хм, красная кожа, желтая кожа, красная кожа, желтая кожа. Супайваха, суховай, сама савайва, хорошо. Я Лингерман, с новостями для завтра точка нет. Мы пролетаем над резервацией индейцев Хавасовер в центральной Аризоне. Мы ищем информацию о происходящем жертве. Мы не знаем это наверняка. Лучше сказать, что она сама себе задушила? Ну так написано в полицейском отчете. Мы можем поставить это перед интервью с доктором, если это попадет на первые 10 минут. Думаю, нам тоже стоит упомянуть вроде, то есть о том, как читаем. Очень быстро все. Две недели назад была найдена молодая, босая и беременная женщина, которая в одиночку бегла по пустынному участку шоссе в сотнях километров от ближайшего... Ой! Мы потеряли двигатель. Блин, блин! Черт, Блейк, держу! О боже! 300 метров, 240, 150 копеек, как он хорошо считает. Ну, его учили считать. Не отпускай. Outlast. Мы начинаем играть Outlast 2. Сейчас посмотрим, как дальше игра пойдет. Хер его знает, что-то там, да как. Как бы не пробовали запускать, тихо. Ничего помнишь, не пробовали. Помнишь, этот сахарок? Слушай, охеренная графика.
Подожди, все, ну, уже как, можно идти. Как он идет, посмотри. Подожди, а что это такое? Нормально идет? Да, да, да. Ты можешь. Ой! Хорошо, ладно. Ну, жесть, какая херенная графика, ничего. Как обидец. Вроде бы нормально. Хотелось бы поблагодарить нашего подписчика Хама Который Хама, нам подсказал, что она вышла, да. Что она вышла и подсказал, так сказать. Не буду говорить, что он нам подсказал. Он знает, что он нам подсказал. Вот мы запускаем. Спасибо тебе, Хама-Хама. Ты живешь, участвуешь в жизни нашего канала. Ты всегда нам мозги сверлил этим, как дрелью и сверлом толстым, чтобы мы сделали графику, то есть получше, чтобы мы сделали свет ярче. То есть в будущем... Не ярче, а меньше, наоборот. Меньше, да, угу. Меньше. Так что спасибо тебе, да, что ты есть, что ты ругаешься, мы к твоей ругани прослушаем, не обижаемся на тебя. Да, еще, по-моему, один человек тоже нам написал, что второй Алласт вышел. Вова Евсенков, по-моему. Да, да, Вова написал. Вован, значит, спасибо. Так что да. Спасибо, ребят, что не забывайте о нашем канале, да, что, так скажем, мы начали играть, да, в игры, и когда играешь, скажем так, у тебя какая-то аудитория появляется, и уже сами подписчики, они начинают сами подсказывать, где какие-то игры, что-то интересное. Мы вообще не думали, что что-то новое. Мы вообще планировали старые игры заканчивать, но тут получается так. Нет, всё я неожиданно. Сказал вот Хама-Хама, что вопреки этому, старые игры уже задолбали. Мы их закончим, и будут у нас, может быть, одна ячейка или две максимум для старых игр, да. Но остальные мы хотим переходить в новые. Я уже не хочу их в старье играть. Хама-Хама достучался, постучался. Мы наконец установили семерку, так сказать. У нас есть на компьютере XP семерка, то, что я хотел. XP мне нужна, но в дальнейшем я об этом расскажу, так сказать, в будущем, когда там что-то у нас канал обороты, так сказать, наберет, для чего она мне нужна. И сейчас у нас на одном компьютере есть семерка. Вот она. У нас игра запустилась. Была какая-то ошибка. Если у кого-то кто-то встретит эту ошибку, нужно скачать Microsoft. Как-то Microsoft Visual программа, короче, с двумя плюсиками. То есть скачайте последнюю версию, 64 бит, и игра запустится. Так что вот у нас такая же ошибка была. Ну все, мы приступаем к игре. Да, так что, да, мы продолжаем, да, что тут дальше будет. Вот, в общем, вот эта дверца у нас открылась, что у нас здесь похоже на какую-то школу. Я не помню, у нас была демо, да, которую нам предлагали, ну, Сахарок не поиграть, нам сыграл. А просто мы видео, да, сказать. Вышло у нас видео, кто-то тут бегал, что-то тут происходило. Я уже не помню, что там было, но вот, видимо, мы сейчас и идем. Он может бегать, попробуй? Нет, не может. Что-то вообще труба какая-то. А сейчас, наверное, будет что-то страшное, поэтому мы не можем пока бегать. Программа опять FPS падает, я вижу, да. Ну, что-то вообще как-то все тормозит, нахрен. Угу. Видимо, ну, одна программа не берет, а это... Может быть, только разрешение, один эффект, это поменять разрешение. Можно его поменять, сделать поменьше, то есть. Не у всех такие большие телевизоры. Если хочешь, давай поменяем. Сделаем. Оу! Хорошо. Я не помню, что там было. Я, честно, не помню. Подожди, подожди, посмотри наверх. На какой верх? Мы тут не одни, идет сохранение. А, это вот они приземлились. Да-да-да. Мы, наверное, поменяем потом разрешение, потому что этот долбанный бандикам не хочет записывать фрапс. Ой, не фрапс, а игру. Ну, уже так. Ко второй, к третьей серии уже там должно нормально все, так сказать. Привыкнем к игре уже все, так Коснитесь сказать. Коснитесь несколько раз. Несколько раз? А, понятно, понажимать. Ох, окровавленная весь. Коснитесь несколько раз. Пошло, зашибись. У нас до этого слетела игра, то есть у нас не пошло на высоких настройках. Черт, идет сохранение. Поздравляйте нас с первым вылетом. Задачу всегда можно увидеть. Что? Нажав тап. Так, хочу сказать, что игра у нас слетела. Ладно, посмотреть запись. Найти Алин, хорошо. История же.
Сейчас хотел сказать, что игра у нас вылетела, то есть на высоких настройках нас не подтянуло. Ладно, мы потом разберемся. Еще надо досмотреть все правильно. История, часть вторая. Вот это мы не смотрели. Похер, да, на эти записи? Ну, пока... А их просто, да, они там записываются. Видимо, мы тут будем записывать уже. Смотри, как прикольно они сделали, да? Хорошо, я уже расстроился, что игра вылетела. Мы зря говорили все нахер. Так, ну все в порядке. Мы, также применяли разрешение 1368 на 768. Ну вот это, в диапазоне этого. Тихо-тихо. Игра не тянет, к сожалению, компьютер. Вы разницы да и не почувствуете, я думаю. Да, ну да, не почувствуете. Мы еще там... Опа-опа. Ну давайте думать. Так, хорошо. Все, тогда мы пойдем. Приступаем. Фонарик есть, камера есть? Камера есть. Как вообще? То есть даже при высоких разрешении, вот настройках, так сказать, даже еле-еле камера двигалась. Ну, хер его знает. Ну, главное, что идет игра, правильно? Управляй или что-то? Главное, что она идет, и все нахер. Мы сделаем так, чтобы она была покачественнее. Space. Вперед и Space. Перепрыгнуть в провал. Ух ты, ёб твою налево. Нормально? Забрался? Живу. Забрался, молодец какой. Молодец. Что, вниз? Косточки не сломаешь? Не сломаем, это чтобы не Джек. Забраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Иди. На выступ? И теперь влево и вправо. Ага, понятно. Было у нас такое первой и во второй части, да. Хорошо, чтобы спуститься. Хорошо, что игра пошла как есть. Вот серьезно. Мы пока, знаете, так с опаской немножко говорим, так сказать. Мы когда поиграли... Сыграли вот этот отрезок, первый записали, игра следит, ну вы все да. Зря говорили. Если потом... это, то есть серия выйдет, то вот вы поймете, да? То есть она может и не выйти, эта серия, может быть что-то там произойдет. Нет, нет, все. Но мы да, думаем, что будет... сейчас пойдет, все нормально. Не потянуло что-то, бегай. Ух ты, налево. Прыгай, за что? Споткнулся, да. Все, двигаемся, постараемся поиграть подольше, хоть и сейчас уже 7 часов вечера. Нажмите, чтобы навести камеру. Запись начнется автоматически, о чем свидетельствует мигающий красный индикатор REC. Важное событие. Когда мигает символ REC, это значит, что вы правильно навели камеру на снимаемое событие. Наведите камеру на событие и дождитесь, пока красный кружок не заполнится, чтобы успешно снять момент. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы продолжить. Красный кружок должен заполниться, да? Mm-hmm, да. Какой красный кружок? Видео снято. Просматривайте снятое видео, чтобы узнать больше о событиях и целях. А нажмите «Таб» для доступа к меню камеры. Зашибись, мы играем. Вот дерьмо. Вляпался, что ли? Ну, корова надрестала. Господи, это... Тел нет, ее здесь нет. Лин! Лин! Хорошо, я знаю, я понимаю, что их схватили. Ну пойдем. Батареечки здесь будут, не будут, хер его знает. Раньше мы играли в Outlast, нам подсказывали, да? Я вижу что-то мигающее. Да? Да, что-то мигает. Надеюсь, это батарейка, да? Зашибись. Как кайфово играть новые игры. Бинт. Ух ты, ёпта налево. А киты будут здесь? Посмотри на свой правый карман, чтобы использовать бинты. А как? Ну поучись, посмотри. Как у нас там правый карман? А как правый карман? Я не знаю. Это херово. Это камера. Кнопки. Это присесть. Это, наверное, бежать, да. Мы вот только что, сказать, пришли, запустили нахер. Вот сидим вот. Просто ничего не знаю, честное слово, поэтому можем потупить. Тогда да, как нам отсюда. А как нам тогда лечиться? Да не надо. F2. F28, что за херь. Камера не... А, садится, сволочь, садится. Тогда беги. Ох, чтоб меня, черт. Наведи, посмотри, трупы. Это случилось не при крушении, черт. Снимаем все, так что мы... Ух ты, мужик какой-то. Мы будем снимать все, так что эта игра, даже если будет хрены, мены, так что... Хорошо сняли все. Сейчас вот этот кружок заполнится у нас. Ждем. Ничего, так сказать, игра стоит того, чтобы ее снять, поиграть. Разработчики старались. Ну, может быть, да. Игра жестокая. Да. Обещается быть. Хорошо, все, работает. Да хоть я в управлении посмотрю. Давай, да хочешь всю игру проходи, я буду рада. Нет, подожди, я пока не буду смотреть. Я знаю, что в Outlast нас ожидает.
беготня бесконечная. Поэтому я. Обернуться можно, удерживая стрелку влево. Alt. Ты, кстати, тоже долго камеру не держи, батарейка разрядится, все будем. Так а что мне делать? Тогда надо бежать нахер, пока она не разрядится. У нас батарейки здесь будут, кто знает. Кто играл будут, в эту игру? Должны быть батарейки. Просто их надо будет искать. Вот еще одно сохранение. У нас там как... Горы, слава богу, я думаю, мы во многих километрах от цивилизации. А как выключить камеру? А, так я и так вижу нахер, все прекрасно. Ага. Вот в демо, помнишь, по-моему, как раз таки был... Что-то такое было. Сельское. Перескочить, нажмите Space. Так. Читай, да, они все подсказывают, что здесь делать. Эй, я заблудился и ранен. Блокируется. Хорошо. Хорошо. Слушайте, хоть бы батарейки были. Ну, графика, мы видим, неплохая, как где. Даже видно, что... Ну, бочка какая, да? Она как будто пластилиновая. Ну, видно, что нормальная графика, не то, что... Ух ты, ну, смотри, небо, да, красота, вообще луна. Зашибись, да, луна. Игра леса. Только началась, зашибись. Ну, нам туда, я знаю, что нам на свет. Есть кто-нибудь, пожалуйста? Есть кто-нибудь, ну, читай, если что. Кто-то тебя позвал? Или это мы? Это мы говорим. Ага. Заглянуть, удерживая. Куда-нибудь заглянешь? Узнаешь коня вонючего? Или кто там? Это конь или кто? Так, там кто-то, помнишь, какой-то мужик, что ли, ходил с какой-то... Блеванёшь? Лопату можно взять? Так, это коняка, понятно. Руками машет уже. Ему уже плохо стало. Мы тебя понимаем. Так, а куда мы тогда этот сахарок пошел? Помнишь? Куда? Надо ходить, заглядывать здесь везде. Давай заглянем. Кто-то был? Спрятаться. Как пиздец, ты можешь в бочке, что ли? Опа. Круто. Выйти. Если надо будет прятаться. А как выйти? Выйти другая, по-моему, кнопка мыши. Нет. Вот это вот. Хорошо, давайте, что там дальше смотреть. Нам куда-то сюда, что ли, кто навел? Ну что здесь за хей? Блин, села с... О, батарея. Зашли. Смотри, очень, кстати, нашел ее, да? Прям вовремя. Ты сначала разряди эту до конца, прежде чем новую. А я не буду солить. Чтобы узнать количество мигающих батареек, нужно бить тап. Посмотреть на свой правый карман, чтобы использовать батарейки. Понятно. Не надо, не надо, не хочу. Mm-hmm. Понятно. Тап нажимаешь и используешь. Mm-hmm. Вот сюда, что ли, надо идти? О, какой-то лысый упырь. Постучать? Давай. Ух ты, это кулачина. Сейчас сюда этот и прибежит, кто Лин похитил. О, здесь медикаменты, записки, смотри, все нормально. Зашибись. Преподобная, ну зашибись, все преподобные толстые в наше время. Настроили церквей нахер. О, как ты быстро схватил, так овец. Охереть, мы играем игру, ну, что за хер? Вы можете осматриваться с помощью и изменять масштаб с помощью. А, с помощью, понятно. Ух ты, как дорогой, прикольно. Дорогой отец, наш возлюбленный Бог продолжает благословлять мои видения. Я уверена больше, чем когда бы то ни было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отматывала пол... отмывала полы в комнате. Отматывала. В комнате Даниэля, когда в меня вошла благословенная музыка и направила меня на путь истины, где я увидела создание, похожее на горящее солнце, со внутренними рядами зубов на зубах, свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые
которые были с членами, готовыми к зачатию. И это чудовище солнца сошло вниз, трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасному из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться. И увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля челочью. И попыталась поплакать, но не смогла. Когда я проснулась, то была мокрой. Ужас, какой ноготь у нее смотри. То была мокрой, да? От похоти, болезненно желающей ощутить в себе мужчину. И это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением. Ужас похож на радость в движении Бога. Но мне бы больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне и неистовая молитва о том, чтобы Антихрист задохнулся в моем чреве. Самое верное из твоего стада в священном желание, Лиза или Пиза, а Лиза, да? Угу. Хорошо, Лиза. Вот это письмо. А что письмо? Там ничего такого. Вы можете спрятаться под кроватью. А, ну если что. Да? А как? Да. И, ну, такие слова написала женщина, да? Это очень прямолинейно. Да похер, здесь же никого нету. Так, кроватка, да? А как не сможем? Хорошо, вот мы. Так, ну мышка хорошо чувствуется, чувствительно, отлично, как в этом, в Сэме. Что здесь еще такого интересного? Что-нибудь есть? В шкафу, наверное, можно спрятаться, да? Можно спрятаться, да. Как в амнезии. Так, а нахера нам прятаться? Никого же нет. Ладно-ка. Значит, здесь мы нашли бинт и записку, правильно? Да. И больше нам тут хорошо, можно ничего. Набирать бинтов херово кучу. Ой, а это было здесь? Нет. Это труп настоящий? Мудак, ты кто? Покажи рожу. Я не понимаю, что... С какой-то куколкой сидит. Да. Как Мы потом, наверное, все узнаем. Р, перезаряжаем? Ну, можешь пока не перезаряжать. Опанзе. Это полная задница. Подожди, пока она берется. Блин, видимо, не дристанула задница. Ну что, все? Перезаряжаем? Снял я или нет? Все, перезаряжай. Все то же самое. Мы сняли, да, получается? Ага. Хорошо, сняли. Теперь идем в этот дом. Открыть окно, да? Можно открыть его. Давай. Все темно было, мы ничего не видели. И не так страшно. Кто-то прошел. У меня аж дрожь, мурашки нахер. На некоторых. Ну что ты не почитала? Сейчас кто-нибудь вылезет. Опять ты, мудак толстый. Видите, да, как вот темы вот эти религиозные. Что ладно, здесь? Я не буду говорить, это мое мнение, но вот эта религия, вот это все. Да хер с этой религией, что ты пристала к религии? Какие-то культы, какие-то жертвоприношения, еще что-нибудь. Да хер с ними. Так, куда нам пойти? В любой момент кто-нибудь может напасть и... Хорошо. Готовься, если что, бежать. Ты, кстати, да. Пробовал бегать? Пробовал. Получается? Блин, да. Наушники бы получше нам бы еще. Дерьмовые наушники у нас еще. Сахарок писал, что можно где-то купить. Но у нас дерьмовые наушники, я ничего не могу сказать. Были лучше, но... Блин, придется смотреть. Сатана, что там... Ну пошли херы делать. Пойдем потихоньку. Что ж делать-то, идем. Что там? Песнь повитухи, дитя идет, готовьте нож созданию. Готовьте нож созданию ночи, и матерь за грехи свои несет врага внутри. Хором, славьтесь, Боже, ворю, шли, там неведом страх, враг родится, чтобы сгинуть храмовы у вратах.
Живот растет, растет, дитя, посланец темных сил. У врат мы молимся, и свой готовит нож. Иезекииль! Хором, понятно. Иезекииль! Прям даже стихами перевели, представляете, как здорово. Да, это ж молодцы. А, там по сюжету уже украли какую-то беременную женщину. И вот они, видите, все пишут про что-то вот, кто-то беременный там, да, вот что-то в этом роде. Что-то будет с этим связано. Тихо, тихо, что это? В чем дело? Что это за дерьмо? В чем дело? Что-то наверху висит. Видишь, тень какая-то. Что это? Что это такое? Вот это, сними. Боже. Твою мать. Зародыши какие-то, люди мертвые, жженые. Мужики, короче. Или нет, это не мужики, я не знаю, кто это. Да похер, кто это вообще-то. Значит, нам сюда. Блин, я ни черта не вижу. Где на батарейку-то еще заныкать? А, я обратно, что ли, иду? Фиг его знает. Кто там, ёпта, налево? О! Блин, ну страшновато это... мне, если честно, мне страшновато. Как быстро разряжается, да, батарейка? Дерьмо, как качельки, же мы дальше пойдем? Качельки, смотри, качельки, головы. Давай батареечки поищем. Детки маленькие, куколки, да? Да. Хорошо. Чтобы ползти. Как так, здесь? Поползем. Батарейка уже садится. Блин, ну дерьмо. Проклятая батарейка, а? Ладно, вот так пойдем. Давай пойдем так. В книге «Жизни убитого и искупителя». Кто-то говорит. Представляешь? Кто там говорит? Кривым ножом легион сковал цепями каждого человека. Слушай, помигай батареечка где-нибудь. Нам нечем идти нахер. Нечем. Вон, мигает. Ой, зашибись, молодцы. Они... Если бы у каждого было ухо, то кто привел к неволе? Ухо? Да. Слушай, они как будто знают. Вот видишь, она кончается, они сразу же дают батарейку, да. Сочица. Ну, читай, читай. Сочица ложный и райский страх зверь роняет. Ты пока болтал, не успел почитать. Ну, ничего страшного. Кто там кричит? Началось. Со времен, наверное, какого-то Outlast'а мы так не кричали. Жесть, смотри, у меня мурашки, волосы дыбом стали между ног, на заду. Все началось. Че за хер-то? Из рая, за морями родились медведь, лев, дракон, леопард. Почему камера не работает? Все, здесь будет ходить этот человек, этот женщина. Камера не работает. F включи, F нажми, если тебе этот свет нужен. Тварь. А это свет? Богохульнические смеси. Человек, причем, как бы адекватно говорит вроде как, да, кажется так. Вот терпение и вера святых. Это ты, Лиза, писала записку ту пошлую? О, жесть, уже страшно, камзец. Убитый искупитель снова там что-то сделает. Блин, куда-то бежать надо было, помнишь? И боль, запятанная народом меча. Где она была? Или он? Вокруг дома гуляет, наверное, где-то. Смотри, где-то гуляет здесь. Крещение лезвия для пучеглазого. Рассыпатель дурных душ. Обмануты те, кто остались на земле. Она где-то рядом. Крутая тетка так подошла с каким-то крестом, врезала по башке. Не знаю, она не врезала, она куда-то вообще... Истекает кровью девка перед адом. Что там за дерьмо? И он совершает великие чудеса.
Ёптую налево, куда ж бежать-то? Где нас грохнули? К тебе бегут? Иди нахер! Да ж ёб твою налево! А вот она, видимо, там и была. Смотри, ты подошел? Тварь! Ну, сволочь, супа захотела. Вот это да, это не крест, это такой... Мотыга нахер. Да, что-то такое. Хотел сказать кирка, но... Чё, подухаешь? На кирку это не похоже, только с одной стороны остриё. А с другой стороны, как у топора, такая тоже острая. Где эта параша была? Тихо, тихо, ты что так бежишь-то? Идет тварь. Ой, чайник закипает. Вот она отсюда сейчас выбежит. Хер я лысый взад. Все, выбежала. Выбежала. Куда нахер? Бежит. Блин, тварь, да ёб твою мать, а? Паскуда. Может, ты вроде куда-нибудь найдешь пробежаться? Ну, давай последнюю попытку. Мы пока не закончим, пока не убежим. Куда, может, на скалу лезть нахер? На скалу? Вот шкура, что ж делать-то? А как же она так видит? Землетрясение, пламя, гром. Скотина вонючая. Какая-то религиозная фанатка. Озерная падаль, женщина с ободранной кожей. Могилы, что-то там такое с могилами. Он судил великую блудницу, предписание, кровь, прославление. Она все время убивает, скотина. Куда ж нам топать? Вы можете есть плоть королей, могущественных людей и лошадей. Крещение лезвия для пучеглазого барашка. Рассыпатель дурных семян. Перед смертью Адам и праведное пение. Что скажешь, куда делать? Вот эта тварь вон там стоит. Нет, ничего не могу. Вот мне кажется, вот там батарейка лежала, вот в этом домике. Под крышей. О. Вот, видишь? Я ее давно уже заметила, просто молчала. Блин, как партизан тебя? Молчала и никому не говорила. Что тут есть батарейка. Надо, я думаю, поискать место, где можно спрятаться, хотя бы что-то хотя бы такое сделать. Потому что в тех частях мы хотя бы прятаться как-то могли. Стерва. Вообще, как будто фильм смотришь про каких-то маньяков. Куда нам топать-то, ёб твою налево? Убитый искупитель, основа мира и боль, запятнанная народом меча. Где эта падаль старая? Обмануты те, кто остались на земле. Истекает кровью девка перед адом после рождения. Ты это читала или нет? Да читала. Ну а что ты читаешь 10 раз? Не читаю. Я не знаю, что делать. Вот куда я сюда иду, эта тварь там стоит. Вот непонятно, как она в темноте может видеть. А что тут видеть? Потому что
темноте обычно. Ну, я понимаю, от камеры какой-то свет может идти, поэтому она и видит. Блин, батарейку все захерачили. Хер тварь тебе, хер тебе, скотина. Короче, игра, я не знаю, куда идти, как взяться. Ну что, Катя с остальными нервами сейчас будет играть. Давайте попробуем. Коза вонючая, а? Куда ж нам идти-то, тварина? Надо хотя бы этот этап пройти и все. Давай пройдем этот этап и все. Понятно, она сюда не выходит. Пока она сюда не выйдет. Она будет тут болтать, но... От нее что-то там аж, зачем аж было же? Аж лечиться там было написано, потому что она нас ударила два раза. А, может лечиться? Давай найдем куда-нибудь смотаться, кабинет. Нам нужно куда-то сныкаться. Бабуля, это я, Анастасия. Херня ты, этицкая сила, куда бежать-то? Бабуся ты долбаная, корга. Ух, них! Куда нам идти, ё-моё, кобздец! Батарейку. Коза вонючка. Ведьма там бегает. Подожди, я просто не понимаю, куда там. Везде тупики, понимаешь? Чё делать вообще не... Я не могу уже нахер так все, хватит, играть не будем. Барыга, корыга, корга вонючая. Что же нам делать-то? Тогда все, продрищиваю, больше не играем, все. Хватит у нас. Вообще тоже непонятно. Наш главный герой, он мужчина. Ну, мужчина. Тебе же сказано, нельзя, только ну, бегай. Да, да. Ну, все, вообще, что ты возникаешь? Ну, ну вот всегда так, даже в фильмах, когда смотришь, ты тоже не понимаешь. Мне кажется, в окошко надо идти. Что это? Где это мы? В камне. А где это окно? Ну, давай залезь хотя бы туда. Ой. Давай. Иди. Иди, правильно. Что это за дерьмо? Бинты. А, нельзя взять больше. Ох, там кровь какая-то. Батарейки. Батареек тоже нельзя больше брать, чем положено. Хотя бы куда-то прошли. Открыть. Блин. Не открывается. Почему? Ну нахера мы сюда пришли? Бинты. Хорошо, мы уже куда-то зашли. Она тут живет? Хера, да, что она тут делает? Открывай засов. А мы откуда пришли? Вот от этой двери? Нет, мы из окна пришли. Да? Угу. Осторожно. Кто уху нахер? Угу. Что же делать здесь? В то окно нельзя вылезти? Заднее? Сейчас посмотрю, подожди. Что здесь? Может, что надо... Почему наверх нам нельзя заползти? Блокируется тварюга. Ну чё нахер делать-то, ёпта на... Понятно.
там труба будет. Да, закрой, а то бабуля прибежит. Я не знаю, что делать, капец, мы уже играем. В то окно можешь попробовать залезть? В какое? Вот в то. Да нельзя ну, нахер не туда залезть. Ну просто мало ли, попробовать же надо. Где бы нам найти этот проход? Это не она? Фиг его знает. Фу, это карга поганая. Она какая-то высокая, да? Видел, да, она какая высокая? Тихо, тихо, Кать, подожди, не могу сосредоточиться. Я ее видел, хочешь, на, попробуй? Там ворота закрыты, если что. Мне кажется, где-то под низом. Да? А, может быть, вот там пролезть? Ух ты! Все, зад, не знаю, что делать. Вот ведьма поганая. Может быть, к тому забору или наверх, или наоборот, внизу пройти надо было вот это... Все, здесь мы закончим. Честно, не знаю, что делать. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока смотрите прохождение. Все, мы начали от нас. Посмотрим, что будет дальше. Пока. Пока.